Компания Electrin специализируется на экологически чистой водной мобильности. С 2017 года компания Electrin начала продавать электродвигатели, разработанные с использованием собственной технологии, основанной на более чем 10-летнем опыте и технологическом ноу-хау. Основная продукция компании Electrin – это две модели электродвигателей внутренней установки, а также внешней установки. Это модели ZO-115, ZO-90 и ZI-115. Компания производит и продает все, от двигателей до аккумуляторных батарей для судов, а также другого электронного оборудования и дисплеев. Компания Electrin занимается разработкой и продажей аккумуляторных блоков с использованием литий-ионных аккумуляторов LG Chem, которые признаны самыми эффективными и безопасными литий-ионными батареями во всем мире. Это единственный продукт, который одобрен правительством Кореи и зарегистрирован в службе государственных закупок. Итак, основными продуктами компании являются лодочный электромотор внешней погрузки ZO-115. Этот мотор для судов класса 84 кВт, и он может переводить движение кораблей на 100% электроэнергии, заменяя существующий внутренний двигатель сгорания на 115 лошадиных сил. Другой моделью этой компании является лодочный электромотор ZO-90. Это изделие может приводить движение кораблей с помощью 90 лошадиных сил. Итак, давайте посмотрим более внимательно на характеристики этих продуктов. Electrin разрабатывает и производит все основные компоненты этой продукции. Это экологически чистый продукт для передвижения на воде, который на 100% использует электроэнергию. Электромоторы мощностью более 90 лошадиных сил в настоящее время доступны для покупки только в двух компаниях. При этом по мировым стандартам максимальная мощность немецкого конкурента составляет всего лишь 80 лошадиных сил, а цена примерно в полтора раза выше. Таким образом, два или несколько изделий Electrin ZO-115 могут быть установлены в комплекте с понтонным катером большей мощности. Таким образом, можно получить мощность около 230 лошадиных сил. Это может быть установлено для предотвращения повреждений и неисправностей, вызванных столкновением подвесного мотора и гребного винта с препятствиями на дне судна и с применением передовой технологии Electrin автоматической регулировки высоты. Итак, эти моторы могут быть применены в нескольких случаях. Как при постройке корабля это может быть отражено в начальном дизайне, так может быть осуществлена модернизация текущих судов с использованием замены аккумуляторных блоков и связанным с ним электрического оборудования. После полной зарядки, которая занимает примерно 5 часов, судно может быть работать так же, как и в предыдущем использовании с помощью двигателя внутреннего сгорания. Возможна работа около 5 или 6 часов на низкой скорости, около 2-3 часов на средней скорости и в течение приблизительно 1 часа на высокой скорости. Основными категориями покупателей этой продукции могут быть судовладельцы малых и средних судов, судовладельцы, которые вынуждены поменять свои суда на соответствии с экологической политикой своих стран, например, в случае запрета на использование двигателей внутреннего сгорания, а также владельцы судов, которые хотят иметь более комфортное плавание без выхлопных газов, образующихся при эксплуатации судов, оснащенных современными двигателями внутреннего сгорания. Также давайте изучим электродвигатель ZE-115, который устанавливается снаружи корабля. Это изделие может приводить движение корабля опять-таки с помощью 100% электроэнергии, заменяя существующий двигатель на мощность 115 лошадиных сил. Этот продукт может быть использован как в море, так и во внутренних водах, реках, озерах и так далее. И обещает на 100% удовлетворить использование электрических лодок за счет инновационного снижения затрат, а также на управление топлива и затрат на с них эксплуатацию. В соответствии с потребностями покупателей доступны различные продукты с мощностью в лошадиных силах,
Так, например, двигатели внутреннего сгорания электрические модели Z115 может быть использован до 350 лошадиных сил. При этом продукция компании Electrin также существует, получена много различных патентов. Так, например, получено одобрение Корейским управлением безопасности морских переводок, завершена европейская сертификация CE, а также завершена сертификация JCI в Японии. Кроме того, продукция компании Electrin обладает другими достижениями и наградами. Так, это единственная электрическая силовая установка, зарегистрированная в службе государственных закупок. Также обладатель гран-при международного бот-шоу в Кёнгидо в 2019 году. Продукция была награждена продуктом года на международной выставке «Лого» в Кёнгидо в области технологий. А также компания получила благодарность министра океанов и рыболовства в 2019 году. На сегодняшний день в компании существует 15 зарегистрированных патентов. Итак, подытожим. Мы хотели бы применить, что в дополнение к дополнительному модельному ряду также мы добавляем дополнительные мощности. Так, например, планируется введение в эксплуатацию моторов на 50 и на 180 лошадиных сил. В будущем компания Electrin также планирует внедрить комплексные услуги за счет развития системы зарядной инфраструктуры вокруг пристани для яхт. Спасибо за внимание.